Далее о событиях региона: продукты питания и средства гигиены для детей до 6 лет. Вот уже второй день социальные наборы получают актюбинские многодетные матери в рамках нового вида социальной помощи. К слову, только в Актюбинской области такую помощь получат более 4500 детей из семей получателей АСП. Пункты выдачи будут работать в двух акиматах района города в течение месяца. Подробнее об этом в материале Анастасии Евсеевой. Актюбинка Людмила Бесчастная воспитывает в одиночку троих детей. Младшему ребенку годик, старшему 7 лет. Сын получает бесплатное питание в школе, а также в скором времени должны предоставить бесплатный проезд. Радостная актюбинка признается, такая помощь просто необходима. Дай бог, чтобы ежемесячно это мы получали эти продукты. Нам хоть сейчас намного уже легче стало. Огромное спасибо акимату, то, что помогли нам. Отметим, продукты питания и средства гигиены выдаются детям в возрасте до 6 лет из многодетных семей, получающих АСП. Только в Алматинском районе насчитывается 1800 таких детей. За первый день соцнаборы получили 430 из них. Вот такой социальный набор с необходимыми продуктами питания будут получать многодетные мамы в течение года ежемесячно. Анастасия Евсеева, Миржан Аманжолов, телеканал «Актюбинка».